Здравствуйте, друзья. Я вам говорил, что у нас появился ассистент, можно сказать, мой личный в нашем школьном хозяйстве. Это женщина Светлана, которая проживает в Харькове. Она удаленно у нас работает. И, в частности, вот ее функция – это социальные сети. И она сделала страничку для школы Портнов Компьютер Скул, сделала страничку в Фейсбуке на русском языке. И она помещена в набор ссылок под каждым видео. Я автоматически там это все вставляется. Я вставил это в набор ссылок, которые автоматически вставляются. Кроме того, она сделала еще и группу ВКонтакте, на которую я тоже сейчас ссылку помещу. Значит, у меня, с одной стороны, как бы такой анонсмент, с другой стороны, как бы просьба, если вы как бы в этом деле поднаторевшие, то поделитесь видением, да, чего там добавить, как это лучше сделать. Я не могу сказать, что абсолютно все нам захочется употребить в дело, но во всяком случае, поскольку у нас какое-то видение есть, в общем-то, то вот было бы очень здорово. А видение такое, что это просто место, где люди могут пообщаться, вопросы задать. На русском языке, это специально Светлана занимается как бы русскоязычной частью. Вот, поэтому, если есть идеи, то я как бы буду очень признателен. Спасибо.